Так, пришли мы на другой аппарат. Загрузка, загрузка так, такое? Но все очень плотно. Ну, попробуем что-нибудь. Вот бери вот эту коробочку здесь. Подожди, давай я настрою тебе, чтобы нашим зрителям было видно все. Вот, давай, пробуй, Дань. Это что-то он так делает. Подожди. А если вот эту коробочку попробовать? Давай, нажимай, доченька. Это что было? Ну, давайте, давай, давай. Нет, подожди. Давай. Не отвлекайся, доча. Подожди. Давай. Есть, одна есть. Давай, дальше потом покажешь. Нет, давай. Коробочку попробуем. Давай. Сейчас я заплачу еще. Давай дальше, дочь. Так? Нажимай. Ну уже видишь, сильный захват был. Давай попробуем. Давай уточку попробуем. Давай. Я подвытащу, если ее, ты ее. Опа! Просто я даже не ожидала. И я. Она, я даже не сняла, по-моему. Снялась. Так, это мы забили. Давай же! Все покажем. Спасибо, что подписываетесь на нас, ставите нам лайки. Давай попробуем вот этого мишку. Он скользкий. Ой-ой-ой, что-то я. О, мишку подцепила. Сейчас, дочь, давай попробуем мишку. Да, да, давай. У нас такой фиолетовый есть. Вот, сейчас мы попробуем еще мишку с тобой. У нас оранжевый будет. Поиграть? Ну, мам, не отвлекайся. Не отвлекайся. Ладно? О, чуть-чуть не перевалили. Есть! Ладно, здесь разборки наводят. 150 рублей мы вытащили уже 3 игрушки. Ребята, не ну коробочку эту, Влада, тяжело. Видишь, она прям падает и все. Она прям падает. Да ее откинуть хотя бы, чтобы она нам не мешала. Так, друзья, ну давайте еще попробуем. Здесь уже очередь играть. Мама, не отвлекайся! Нажимай, дочь. Не хочу.
работать. Давай показывай. Выиграли вот за 200 рублей мы вот такого уточка. Динозавра. Вот такую уточку. И показывай медведя, давай, большого. И такой медведь. Все, говори всем пока-пока. Да. Пойдем в другой автомат. Так, давай, сейчас попробуем. Хотим добраться до Винни-Пуха. Сейчас вот это все разгребем. Ну, в принципе, нам это не мешает. Надо коробочку куда-нибудь убрать. Да что такое? Там вот Винни-Пух закопанный. А коробочки мешают, чтобы его достать. Вот, выколупываем сейчас Винни-Пуха, попробуем достать. Пока играли, мальчишки здесь подписались на нас и закопала. Я его так хорошо вытащила и убрала. Но, друзья, будем стремиться выиграть. Сейчас вот. Влада, держи пакетик с игрушками. Так, друзья, как я хочу этого Винни-Пуха. У меня почему-то вот хоть какое-то разнообразие вам снять, а то у нас в одних автоматах одни и те же игрушки. Здесь хоть что-то. Но вот эта коробка мне не дает покоя. Ого, вы видели? Коробочку выиграли. Друзья, все для вас. Стараемся, снимаем. Все для вас. Играем мы по-крупному, так сказать. Стараемся. Сейчас, если выиграем Винни-Пуха, мы пойдем на другой аппарат. Еще сходим. Не знаю, сняла я, что я коробочку выиграла для вас. Сняла это на ролик или нет. Но, думаю, вы видели. Вот Винни-Пух, он, конечно, очень... Здесь еще вот осьминожка. Ой, он сейчас нам помешает. Все на него падает, на этого Винни-Пуха. Я не знаю, как его... Видите, чуть-чуть. Здесь я только хочу забрать Винни-Пуха, и все, больше. Опять же, здесь эти хомячки, которые мы с вами уже выигрывали. Пожалуйста. Друзья, не могу его подцепить. Он завален чебурашкой. Никак. Сейчас, если я его подвытащу, так мы не подцепили Винни-Пуха, будем попробуем крабика. Еще чуть-чуть и зацепили крабика. Кого ты так? Крабика пробую какого-то. Кого? Крабика. Можно зажать?
Подожди, сейчас. Пробуй, дочь. Ну давай же, ты, пожалуйста. Вот такой крабик. Если мы его достанем. Мы вытащили, кстати, отсюда все коробочки. Вытащили крабика. Сейчас нам уже проще будет зацепиться за Винни-Пуха. Но чтобы он нам не мешал, Винни-Пух, нам надо опять этих... Ладно, Влада, Винни-Пуха я не могу зацепить. Все, пойдем сейчас. Да, пойдем уже. Все, поиграли, хватит.